В пятницу 7 и в субботу 8 апреля магнитогорская баскетбольная команда «Динамо» начнет серию игр за бронзовые медали Суперлиги 2. Первые матчи состоятся на паркете Дворца спорта имени Ивана Харитоновича Рамазана. Тему продолжит наш спортивный обозреватель Павел Зайц. Напомним, возрожденная команда мастеров Магнитогорска с первой же попытки после возвращения в Суперлигу сумела пробиться в четверку сильнейших дивизиона 2 и стать участницей плей-офф. В регулярном чемпионате «Динамо» одержала 20 побед при 15 поражениях, заняв итоговое третье место. В полуфинале против чебоксарских «Ястребов» наша команда выиграла один из двух выездных матчей, но дома проиграла обе встречи и теперь поборется за бронзу. Ее соперниками станут одноклубники из Ставрополя, одни из самых неудобных оппонентов в минувшем сезоне. Из 5 очных встреч лишь одна закончилась в пользу магнитогорцев. Общий счет противостояния – 372-402. Первую попытку взять реванш подопечные Олега Игумнова предпримут на родном паркете. В пятницу 7 апреля во Дворце спорта имени Рамазана пройдет стартовый матч серии. Начало в 18:00. В субботу 8 апреля в 17:00 начнется вторая игра. Вход на трибуны свободный. Для всех болельщиков, готовых поддержать наших баскетболистов, магнитогорский клуб подготовил шоу-программу и целый ряд приятных сюрпризов. Павел Зайцев, телекомпания ТВН.